Привет всем, меня зовут Соколова Анастасия. Мне 23 года. Сейчас я буду танцевать для вас. Тиждень тому менеджер з підбору персоналу Настя і подумати не могла, що зрештою опиниться тут. Аж поки під час посиденьок на 8 березня дівчину не взяли на слабо. Подружки. Я говорю, Настя, почему ты не пойдешь? Я видела, как девочки выступают, как бы, я говорю, ты можешь лучше, ну, 100%. Я после праздников знаю, что у меня не предстоит никаких событий. Я расслабилась, кушала шоколадки, конфетки, поправилась. И я бы понимаю, что, ой, мне надо за 3 дня похудеть на 3 килограмма, потренироваться. Ну, в общем, я надеюсь, что я все-таки готова. Мы будем за тебя болеть. Ну, все, я боюсь. Не бойся, мы с тобой. Все, спасибо. Я пошла. Фу. Like some other men do. Здравствуйте. Здравствуйте. Судя по костюму, намерения у вас серьезные. Ну да. Извините, просто очень сильно нервничаю. А вы сделаете глубокий вдох. Выдох. Мы все волнуемся, вот пока вы шли. Ну, в хорошем смысле. Правда? Влад, давай подивимось, що дівчина вміє. З удовольствием. А я можу пойти, да? Будь ласка. Говориш, Влад, давай посмотрим. А, Слава і Влад, давайте подивимось. Удачі. Часи на програму буде йти після того, як у нас діти вже підуть спати.